Нормально, Башмакова, как всегда, традиция, спортивный праздник. Я думаю, что вот в канун серьезного православного праздник, первомайских праздников, вот как раз молодежь покажет результаты. Спорт – это здоровье, общение с людьми, общение со сверстниками. И спорт всегда объединяет. Я всегда к спортивным людям отношусь, они самые дружные после охотников. Поэтому всем добра, всем побед, всем удачи, хорошей погоды и всем крепкого здоровья. Хочу поздравить башмаковцев с наступающим праздником, Великим Днем Победы. Пожелать здоровья крепчайшего, хорошего настроения, ну и хранить в памяти подвиг наших великих дедов и отцов, которые победили фашизм.
праздник мира. Дружбу открываем. Спортивный праздник закипит сейчас. Мы спортом дух и тело развиваем. Спорт полнит силой каждого из нас. Спорт – это молодость, ловкость, быстрота, выносливость и сила. Спортсмены – наша надежда, наша гордость и наша слава. Внимание! Начинается торжественный парад открытия областной легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области. Силу духа, красоту. Спорт учит нас на мир смотреть с любовью, в реальность воплощать свою мечту. We'll be right back.
заветные, зори лучистые, росы хрустальные, детство тропинки и станции дальние. Дорог твой хлеб и вода родниковая, и доброта всему миру знакомая. Открытие эстафеты присутствует временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Владимирович Мельниченко, председатель законодательного собрания Пензенской области, член правления общественной организации «Башмаковское землячество» Валерий Кузьмич Лидин, главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Михайлович Коденков, депутат Государственной Думы Российской Федерации, председатель общественной организации «Башмаковское землячество» Иван Иванович Фирюлин. Депутат Государственной Думы, Герой России Александр Михайлович Самокутяев. Советник губернатора Пензенской области Светлана Федоровна Пенишина. Председатель Совета директоров акционерного общества «Петровский хлеб», депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации с 1999 по 2016 год Игорь Николаевич Руденский. Члены правительства Пензенской области, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, глава администрации районов и городов Пензенской области. Слово предоставляется временно исполняющему обязанности губернатора Пензенской области Олегу Владимировичу Мельниченко. Уважаемые друзья, здесь сегодня на прекрасной Башмаковской земле собрались представители всех районов. Здесь присутствуют все главы администрации, приехали ребята-спортсмены для того, чтобы в честной борьбе, в честном соревновании определить сильнейший район. Так традиционно уже у нас повелось в области, что каждый год район, либо город Пензенской области принимает эту нашу областную эстафету. И в этом году, как в принципе и во все годы, эта эстафета посвящается прежде всего героическому подвигу нашего народа, победителю в Великой Отечественной войне. Пенза не стояла в стороне, Пенза активно работала в тылу. И то количество героев Советского Союза, кавалеров орденов славы, доказывает, что пензенцы внесли огромный вклад в победу нашего народа над фашизмом. Поэтому я хочу в этот прекрасный день, вроде и погода к нам располагает, пожелать честных соревнований, честных побед. А всех, кто присутствует здесь сегодня на этом мероприятии, хочу поздравить с наступающим праздником нашей Великой Победы. С праздником! Внимание! Внести флаг Российской Федерации! Равнение на государство.
государственный флаг Российской Федерации. Областная легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области объявляется открытой. Представляется главе администрации Башмаковского района Тамаре Анатольевне Павлухиной. Дорогие спортсмены, уважаемые жители и гости Башмаковского района, сегодня, в канун первомайских праздников, в канун Великой Победы, мы встречаем на Башмаковской земле прекрасных спортсменов, проводим замечательный, традиционный, областной, легкоатлетический праздник, эстафету на призы губернатора. Мы сегодня, я уверена, услышим новые имена. Спортсмены, которые тщательно готовились к этим соревнованиям, проявят сегодня свою силу, продемонстрируют характер, целеустремленность и волю. Пусть на каждом спортивном соревновании будет крепнуть дух дружбы и соревновательное такое соперничество. Желаю всем участникам спортивных соревнований успешных стартов, заслуженных побед, а многочисленным болельщикам ярких и незабываемых впечатлений.